привет! Меня зовут Катя, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хотела бы вам рассказать и показать, как проходит мой день на каникулах. И половину каникул у меня проходило достаточно ужасно, потому что у меня была бессонница, я болела. Вот, но я сейчас выздоровела, и в принципе последние 2 дня я спала хорошо. Вот, я каждый день смотрю обычно разные новогодние фильмы. У нас на улице уже появилась такая новогодняя погода, там уже выпадает снег вовсю. У нас, даже если вы смотрели, в Инстаграме и Телеграме я выкладывала, что у нас на деревьях уже находится очень много снега. Но в последнее время он тает, остается снег только на крышах. Кстати говоря, еще у меня заблокировали мой инстаграм-аккаунт прям под самые каникулы. Я очень расстроилась, потому что там у меня было достаточно много подписчиков, но скорее всего заблокировали из-за того, что меня попросту хотели взломать. В последнее время на меня подписывалось очень много странных каких-то людей. В итоге меня заблокировали уже 2-й раз. С этим аккаунтом. Первый раз я смогла его как-то было разблокировать, это было давно уже. А 2-й раз я пыталась его разблокировать, но не смогла. Вот. Сейчас уже несколько дней пытаюсь его разблокировать, он не разблокируется. Поэтому очень-очень странно. Что, постель я заправила. Теперь остается зажечь свечки, включить классную гирлянду и наслаждаться просто этим днем, этим утром. Начало этого дня начинается уже так своеобразно, интересно, так скажем. Вот. Сейчас мне нужно будет пойти умыться, привести себя в порядок, ну, а далее мы будем отдыхать, смотреть фильмы, кушать и много чего делать. Ну что, все уходят.
уходовые процедуры за собой я сделала. Я умылась, покушала. Сейчас я буду смотреть какой-нибудь фильм, либо на Ютубе, либо на Иви. Вот, буду кушать яблоко. И, в принципе, все. Пока что на дальнейшее проведение дня у меня планов нет. Если что-то будет интересное или что-то новое, я обязательно для вас сниму. Ребята, всем привет! Я вам говорила, что сейчас буду смотреть фильм, но на самом деле это не так. Я сидела в Инстаграме, увидела много классных трендов, и мне захотелось один из них повторить. Вот, и мне захотелось тоже сделать это видео. Я сидела, делала его. В принципе, оно было не особо трудным, но делала его довольно-таки долго. Вместо того, чтобы смотреть какой-нибудь фильм, и смотреть фильм я еще не начинала даже. У меня карусель показывают сейчас Барбоскины. Я вот лежала, смотрела Барбоскины, параллельно делала еще видео. И, кстати говоря, в детстве Барбоскин — это был мой самый любимый мультик. А на данный момент мой самый любимый мультик, который я люблю смотреть по вечерам, чтобы лечь спать, это «Оранжевая корова». Не знаю, за что я его полюбила, но эстетика, вайб и атмосфера этого мультика — это просто что-то с чем-то. Это великолепный просто мультик для меня сейчас. Сейчас я буду выкладывать видео в Телеграм, потом, может быть, выложу в Инсту. Пока еще не решила. Так что как-то так. First time in a while. It feels weird being alone when I had a future with you figured out. I pulled up at the spot where we had our first date. I pulled up at the spot where we had our first kiss. How am I supposed to believe in love and forever no longer exists? Ну что, ребят, всем привет. Хочу вам сказать, что сегодня я сделала два новых дела. Первое, я не планировала, конечно, эти дела, но мне захотелось. Все равно делать было нечего. В общем, я сегодня попробовала сделать вакуум для живота. Мне, кстати, очень понравилось. И я попробовала сделать упражнение для дикции. Увидела одну блогерши, и мне тоже захотелось, потому что, говорю, я так себе, конечно. У меня не прям такая хорошая речь. У меня некоторые буквы, может быть, не выговариваются. И когда я быстро говорю, там бывает не особо понятно, что я говорю, если честно так. Да. В общем, я сделала сегодня упражнение для дикции. Потом прочитала тексты для дикции и прочитала несколько скороговорок. Да, я это сделала. Боже мой, ребята, это было что-то нечто. Я сейчас пробовала танцевать, разучивала два тренда из ТикТока, и мне так сильно захотелось танцевать, я просто зарядилась энергией танца, так скажем, и танцевала просто под музыку. А музыка Монатика — это просто что-то нечто вот именно в танцах, это просто любовь, сердечко. Вот, поэтому я даже, знаете, до этого кушать хотела, сейчас кушать, если честно, не хочу. Я хочу выйти на улицу, там прохладно, дома жарко стало. Вот, поэтому, возможно, сейчас пойду на улицу. Ну, ребят, я сейчас скоро пойду погулять. По магазинам сходим. Вот, но для этого нужно собраться. Я сейчас сделаю легкий макияж. И буду готовиться к гуляниям, так скажем.
В общем, макияж я сделала, готова. Теперь ждем и идем на прогулку. Далее в магазин нужно сходить еще. Вот. Everything we used to be, the memories of us still haunt me. В общем, ребят, мы сходили в магазин. И знаете что? Совершилось просто чудо. Я нашла наконец свою карточку, которую я потеряла дня 3 назад. В итоге она была, оказывается, дома. Слава богу. Так, ребята, сейчас у меня происходит, как вы видите, спа-процедура. Я сделала вот такую вот глиняную маску. Сейчас я буду смотреть какой-нибудь... А, кстати, я сейчас решила, буду смотреть. Ёлки все-таки какие-нибудь включу. Те, что я еще не смотрела. Хотя сериал вот «Ёлки», все части я пересмотрела просто раз 10, мне кажется. Вот. What's it gonna be? How do you know when you talk to me that I'm still the man that you saw in your dreams, that I'm still the man that you want me to be? Всем привет! Я сейчас посмотрела уже два мультика. Я хотела посмотреть несколько частей «Ёлок», в итоге я посмотрела один мультфильм, сериал «Патрик» называется, и посмотрела «Зверополис». Мне очень понравились эти мультики, я очень довольна. Сейчас у нас уже на часах 7 часов вечера. Вот. Мне нужно будет сходить сегодня в ванну. Планирую купить тыкву, планирую приготовить тыквенный пирог. Так что, возможно, я завтра буду еще снимать влог. Что, ребята, я уже сходила в ванну и сейчас сделала себе чай с лимоном, поэтому я буду пить чаёк вечером и буду наслаждаться прекраснейшим этим днем. Ну а вам хочу сказать спасибо за просмотр этого видеоролика и подписывайтесь на мой телеграм-канал и инстаграм. Всем спасибо и всем пока-пока. Пока.